Всем привет! Сегодня у нас продуктовая закупка. Такая вот. Такая, как сказать, походная. Молочко. Кефир. Еще один. Бегу-бон. Нам нужен поездку. Так. Еще один. Курочка, филешка. Вот этот сыр сейчас мне очень нравится. Состав тоже такой. Не прям супер, но он вкусный. Этот сыр. Вот сейчас я его покупаю. Сыр. Масло растительное маленькое. Чай пакетированный. Обычный черный. Еще один кефир. Кетчуп. Этот самый наш любимый. И веточка бананов. И посмотрим сейчас с вами наш чек. А чек такой недостаточно небольшой. 1336 рублей. Ой, кому интересны цены, поставьте паузу, посмотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.